Yeah. Игра возобновлена. Ну что, ребят, Лина Кренк у нас, это квалификация на Life and Cup, я напоминаю. Вот. Пора уже стартовать, в общем-то. Сетку добавил в описание. Так, ребят, сейчас я штаны на домашние переодену, а то уличных не очень удобно. Да и как-то не кайфово в брюках сидеть, в отличие от мягеньких штанишечек. Да что ты будешь делать, салфа запуталась. Оп. Все, ребят, прошу прощения, я здесь. Вот. Спасибо, Юш, сообщение не добавил в сетку. Готов я теперь стримить. Высморкался, пошел, что у нас похолодало опять. Не слабо, как бы. Насморк определенный тут у меня присутствует. Ну что, Линок что-то... Какие агрессивные корейские зерги в последнее время стали. Посмотрите. Очередной просто беллинг-бас мы наблюдаем. Рианг тут строит бункера, но он не успевает явно их достроить. Смотрите. Гранату кидай, братюня! Гранату кидает, граната падает. Ну как-то она так себе. Фокус беллингу, где же он? Так, Марика в часть выживает. Гелик выходит первый. Бункера все еще строятся. С КСМ-ками есть шансы отбиться. Но тут нагло Линок врывается в Мариков. Часть из них все-таки в бункер успевает сесть. Беллинг-баст не завершен, как бы, и Тиран выживает. Тиран выживает, у Тирана будет стимпак. Недавно буквально мы видели, как Salvation, он же Форте, проиграл... по-моему, Лосири в матче за квоту на ЕМ подобным образом. Он также вроде как отбился, но его дожали за то, что он стенку не закрыл. Но здесь не собирается Линок дожимать именно в лоб. Смотрите, он дронов заказал, он лейер на второй заказал. 32-19 по рабам, и он собирается либо в шпиль выходить, либо
я не знаю, либо может у Нидус какой-нибудь, хотя какой Нидус здесь? У Тирана прикол в чем? У него уже Steam готов. Мулов 3 штучки выкинут. То есть можно просто что сейчас Тирану сделать? Ему можно заказывать, продолжать мариков, в общем-то. Два медивака сейчас будут готовы. Если армори впилить, так можно еще и 3 хелбатика получить, как бы. Но даже без армори серьезно все получается. Так, сейчас я кое-что проверю, ребят. Так, ну битрейт 5000, а не 4000 выставил. Вроде как бы мыло поменьше немножечко стало, чем было. Или нет, не знаю. Больше увеличивать пока как-то я не, ну, опасно, потому что вдруг залагает у всех премиумы. Вот. Вроде получше качество маленько стало. У меня такое ощущение. Ой, как жахнула минка, сейчас это было что-то, 15 лингов уничтожила минка, передроп на ХГ, я смотрю, разинув рот и просто молчу, как бы, хотя вроде как не должен я молчать здесь, беллинги заходят, Риянг не смог законтролить, катастрофа, 54-37, блин, грамотно с Беллинг Неста это Линок со своего съехал, насколько вовремя, да, он съехал с Беллинг Баста, то есть он успел и по экономике вперед значительно вырваться. По отношению к Тирану, здесь Муталиски пытается, медивак отжать и отжимает его, надо мариков дропать начинать. Все, либераторы уже не так жестоки, как раньше были по отношению к Муталискам. Так, урон 5. А какой он был? 5 плюс сколько-то по мутке в предыдущих версиях получается? Так, ну Янг пытается еще что-то тут делать. Третий цеха у него. Туреток 0 ровным счетом. Понедельник, ребята, у нас StarCraft уже опять начался. Я, признаться честно, шел домой. Думаю, что, ну... О, Бьян участвует, кстати, отборочных, между прочим. И Блайчик участвует. Зест Гумихо играет! Куда я попал-то? Нахрен я сюда вообще зашел? Там Зест Гумихо играют, а я сюда зашел. Так, ну ладно. ТВЗ тоже. Ну что, первое, что увидел, туда я ворвался. Просто резко я как-то врывался, пока анонсы написал, пока там разобрался со всеми моментами. 4 либератора есть у Рьянга. Ну там слишком много роучер эведжеров. Уже 4-я база, 69 рабочих. Макро хата. 150 на 90 по лимиту. Туреточка на мейне есть, ребят. Туретка забомбила. Ну так вот летишь. Вот куда он летит-то, ё-моё? Неужели отслепший этот Риянг? Я просто не понимаю. Полетал, что-то взад-вперед. 5 плюс 2 было, да? Да некогда чайку заваривать. В том-то и прикол.
ставит точку Линок в этой игре, ребят. 160 на 80. Слишком много здесь этих жирных тараканов. Это ГГ. Я не знаю, будет ли здесь еще одна игра, но может быть и будет даже. Вон Бьян тут сидит. И Дарк даже играет, хрена себе. Может, это уже не первая игра была, я хз. Тейлс там что-то ожидает. К трасту не прыгнул я в итоге. Статсбани. Черт побери, не успел секунду Гумиху ворваться. Он как раз таки, по-моему, и играл с этим, с Зестом сейчас. А сюда я успею ворваться? Да ну нахер, и сюда не успел ворваться. Провал, ребята. Опа, лайф, что-то там ожидает. И здесь я не успеваю. Да что ж такое? Супер что-то ожидает. И здесь я не успеваю. Ведь нигде я, короче, ни хрена не ожидаю. Не успеваю вообще. Значит, не надо спешить, короче. Значит, надо что-то выверенно сделать. А что нам сделать? Не знаю, что нам сделать. Да не, Риянг на самом деле нормальный кореец, просто. Так игра сложилась там после Беллингбаста. Ну что, ждем, короче, матч кого-нибудь. Вот.
Так, давайте глянем сетку, ребята. Я вам сейчас покупал. Мне нравится, что тайванец найс. Просто последнее время что-то шатает, как бы. Вот он Су зашатал корейца просто сегодня. Ну, пока вот здесь ничего не понятно. Кин ждет. Инновейшна там с кем-то победителя. Бьял ждет. Здесь крутые пары зест Гумиху. Блай бьется. Тут просто, смотрите, состав. Есть Бьян. Уже нету Су. Есть Гумихо Зест. Есть там Статс Банни. Есть Си Джей Хира. Есть, я не знаю, Солор. Лина Криянг. Пейшенс, Бьял. Кин есть там. Инновейшн есть. Просто жесть они состав сегодня. Так что не расходите. Сегодня Старкрафтик-то мы посмотрим еще по-любому. Так, а Тейлз с кем у нас бьется? Блин, знает, с кем там Тейлз бьется. Дарк еще с кем-то играет, кстати. Нахрен Тейлса, короче, что-нибудь поинтереснее найдем. Далее по обстоятельствам, это просто, ну, я хз, там как бы есть еще некоторые турниры, я не знаю, что там как стримить, вот. Так, ну ладно, сейчас, короче, надо подождать, когда что-нибудь наконец-таки начнется, ребята. Блай ожидает. Да ну нахрен, я не успеваю, короче, зайти просто в игру. Что за дичь вообще? Надо писать, короче, заранее, куда я хочу попасть. Сейчас я так и буду делать, но, блин, пока я пытался прорваться так, ну, там все резкие очень, пацаны, я смотрю. Thank you.
Так, снизу Kin Innovation. Здесь пока еще непонятно, пока ничего дальше. Блай будет сегодня. Все, ну ждем продолжения, короче, ребят. О, на Твиче ни хрена себе, 80 человек там накопилось, смотрю. Не слабо, ребята. Так, вот Блай вышел из сети. Хаш там ждет Блая, судя по всему, уже. Или Блай уже не с Хашем будет. Так, сейчас Блая напишем, что-то он вышел. А вот, все, пришел Блая, отлично. Че он там уже опять начал, что ли? Походу я мог зайти. Каждый раз, ну что-то не зайти ни хрена было мне, да? Все, зашел. А я-то думаю, что не зайти, ни хрена не зайти было.
Ну что, наконец-то Влая с Хашем после. Я, кстати, не знаю, какой счет. Привет, Живодан. Привет всем, пацаны. Все, наконец-то, что-то мы посмотрим. Очень долго ждали, ну, блин. А, я думал, что не успеваю заскочить в игру корейцам, они резкие, как лимонад, а оказалось, это просто баг левый. И, кстати, если Блай победит Хаша, он с Зестом будет играть. Час от часу не лучше, как говорится. Вот, ну, а что делать? С Зестом так с Зестом. Надо валить гадов. Вчера Блай неплохо отыграл, выиграл супера. Конечно, это не Зест. Ну, примерно как Хаш такого уровня, я думаю, игрок супер. Так, что-то у нас там с этой-то. Я думаю, что-то холодно, а там окно приоткрыто просто. А у нас сегодня опять минусовые температуры пошли. То, блин, плюс 5. Теперь опять снежочек выпал. Вот. Привет всем, пацаны. Сейчас продублирую во все чаты ссылки на сетку, короче. А, ну на Good Game уже клик скинул, не буду дублировать. На Good Game. Короче, ребят. Хаш не видит, что у Блая хатка прокси. А тут уже пацаны едут превращаться в здание. Вот, 6 лингов заказано. Неужели Хаш так сейчас нелепо просто от Блая... на самом деле это нелепо, может, с другими игроками, но с Блаем это очень даже лепо, потому что он всегда так делает. Живоданчик, как новый патч? Считаю, что положительно он повлиял, потому что, ну, и как-то, мне кажется, интереснее стало. Больше меха, больше юнитов стали использовать, короче, ну, все нормально вообще. Зилот адепт здесь. Как он отбиваться-то собирает? Сейчас Блай криптумор поставит. Все, это минус сразу здесь все. Так, нахрен так вперед криптумор ставить, чтобы убил оппонент. Ну, хотя не видит Хаш здесь ничего. Прилетает овер. Ну, не стал бы. А, говорится, на пилон овера надо увести. Единственное. Еще один овер летит. Надо перекапывать. Плетки сейчас будет. Оверчаш выманил стандартно. Блай сейчас. Все, копаться надо правильно сейчас. Фаржа есть, но нету роба. Так, я думаю, был тихий. Гэгэ, пишет Хаш. Ну, это просто раскат какой-то. Ну, здесь там не вкатит это, я думаю.
Ну что, поехали. Поехали, ребят. Третья игра, Блай сравнял счет этим сейчас элегантным. Хата этой. Ну, Блай любит эти элегантные хаты. Поехали. И у него они получаются. Ну что, ребят, в этот раз 17-я хатка от Блая. Первую игру мы не видели. Кстати, счет надо проставить. Слишком стандартно хаш действовал, что там говорить в предыдущей игре. В этот раз решил пораньше разведать. Нашел Блая хатку сейчас. Заезжает на ХГ, но здесь стандартно все. Че и говорить. Ну, хата стабильна. С некоторыми корейцами хатка стабильно работает. То есть, пройдет, я не знаю, еще 100 лет, и как бы не все корейцы будут знать, что Блай уставит прокси-хат, поэтому все равно будет работать, ребята. Медведь воет здесь. Так, здесь адептик Нексус достраивается. А, стенку закрывать, старкий тон закрывает хаш стенку. Надо прям вперед, привет, тигар. Привет всем. Еще да, поставил уже. Ну что, будет инъекция-то еще, не? Так, хаш на третий, Нексус уже выходит. При этом играет Феникс, что самое интересное. Так, от Блая прибегают линги, Блай пытается пробку подгрызть. Нет, здесь не подгрызть будет пробку. Здесь оверх третий залетает. Что-то Нексус пока не спешит заказывать хаш. Побоялся, наверное, не вот этих нескольких лингов. Вот, Блай строит рабочих, инъекции идут. Криптумор есть один, надо к третьей, да, протягивать его в хате. Блай вперед тянет, здесь можно еще один криптумор поставить, вот здесь вот, например. Но Блай решил, что надо сначала инъекцию в третью напилить, ну, наверное, правильно. Прибегает Блай, видит адептов, прекрасно, надо сваливать. Обнаруживает хаш все-таки овера. И здесь овер наш, короче, Блай потеряет сейчас. Плюс двух оверов еще, блин. Не устроится один еще, да, конечно, но нужно заказывать еще, но иначе даже двух еще заказывать, иначе у него supply блок будет. Сейчас дроны строятся.
Так, Блай 6. Ну, это вот типичный Блай. Нахрен 6-то, закажи 3-4, ё-моё, блин. Тут, я не знаю, Скалит тоже так иногда делает. Типа, сейчас ничего происходить не будет в этой игре. Ну, не знаю, как бы. Зачем 6-то? 600 минералов просто. 600. Закажи 3 дронов, блин, побольше. По рабам-то отставание в итоге выходит. Хотя, так и так рабочих Блай строит много. Но личинки-то воверов тоже тратятся, как бы, получается. Так, прилетают фениксы, минус королева. Здесь 4 овера летят, спорок нету. Сейчас еще минус королева будет. Короче, катастрофа какая-то просто для Блая. Вместо вот 6 оверов лучше бы спорок напилить. Бы надо было бы. Гидроден пошел, но в итоге, посмотрите, просто 4 королевы на ровном месте Блай сейчас отдаст. Хорошо, хоть спорка доделалась. И здесь королевы смогли уйти. Это называется везение для Блая. Феникс все новые и новые летят. Здесь уже робобей пошел. Не знаю, дестабилизатор или колосса это будет. Но что-то это будет. Гидроден еще такой неприкрытый, прям наглый. По рабам. Наглую хаш летает харасит. Макро хатки у Блая нет. Хватит ли ему личинок? Вопрос хороший. Экономика пока есть. Четвертую Блай собирается ставить. Один криптумор четко вперед тянет. Это нормально. 5 гидралов заказано. 5 это мало, ё-моё. Фениксов 5. Они сейчас зашатают этих 5 гидралов. 5 хаш залетает. 5 дронов подрезает, блин. Короче, вездесущий хаш просто. Привет, Noiseman. Ты чё, все окна, что ли, на ночь закрыл? Я не понимаю. Открой тогда, пусть кислород, воздух пройдет свеженький. Будь там внимателен, ты. Вот. Так, плюс один делается. Ну да, здесь колоссы пошли у хаша. Колоссы это стрёмно очень-очень. Хаш тоже ставит четвертый нексус. По лимиту столько, сколько Блая у него. Запись, если что, запись это тоже стрим. А это прямой эфир получается. По центру гидралы бегают, такой язычок крипа от Блая, один единственный криптумор вперед идет такой. Здесь 2 гидрала бегут, ну что такое, а? Ну, все не слава богу. И такие дралы где-то там задерживаются, блин. Дронов поймал хаш. Блай ставит хайп и Greater Spire выходит. Два ММР с проксихата или с проксихата. Так зачем-то близкон делать? Блай бы чемпионом был бы, да и все, зачем еще турниры устраивать какие-то. Решили дать шанс другим. Так, 81 дрон. Здесь с колоссом выходит хаш, тут вычищает крип. Блаеву надо пойти бы отогнать его нахрен отсюда. Че он здесь наглеет, ходит? Здесь тупо мозги гидролинги. Бейны делаются без покатушек просто. 30 штук. Куда эти 30 бейнов без покатушек, Блай? Они ж не смогут даже зайти адекватно. Тут оборзевший чепуш хаш идет прямо к Блаю на вторую базу. Че, он охренел, что ли, вообще? Я чуть не понимаю. Три колосса уже. Блай упирается в филды. Не надо так, Блай, делать просто тебе. Я честно скажу, 20 лингов, что делается?
Оракул минус. Надо уйти нам, без скрипа вообще не надо лезть здесь. Была по катушке заказал, молодец. Ну на четвертую базу вообще не контролю сейчас было направление это. Каш видит, что нет покатушек, Блай тут приходит камни пробивать. Пробивает камни, не видит, как Каш позицию сейчас меняет. Вот в чем прикол. Да, хайф есть. Но нет. Так, есть обычный шпиль. Грейтер спайра нету сейчас. Заходит Каш вперед. Блай, вот пошел. Займи ты нормальную позицию, чтобы филды не зашли жестко. Проходит Бейн вперед. Хорошо там Бейны взорвали, конечно, но филды новенькие есть. Ну, Блая больше, кстати, лимита, надо принимать бой еще раз. Хаш обнаглел, но уже у него есть призма у этого обнаглевшего Хаша, я вам скажу. Так, и с призмой уже он очень жестко, да, здесь есть прирост. 4 колосса, 3 колосса, точнее, из которых не так-то просто подрезать, оказывается. Пошел замес, караптеры врываются, колосса надо дэмэджи нафокусить. Блай бьет зеленого, ну что ж ты делаешь-то, Блай? Вон он красный какой, колосс там есть. Ядра новая-новая ходит. Эфку надо жать Блая, наконец пробревать колоссов. Колоссов Блая пробревает. Молодец, призму не может забрить. Колосс падает в итоге все-таки. 143 на 100 по лимиту. Отбивается Блай, молодец. Хаша отгоняет. Еще один колосс обхеревший вперед идет. Блай есть уже 6-я, 5-я база, но они не раскачаны, у него 80 дронов есть, как бы этого достаточно вполне. После когтя, вот знаете, гидра, после когтя вторую атаку надо делать. Ну Хаш сейчас бреет. Так, увести надо дронов отсюда. Блай переводит сюда на 9 зачем-то дронов, штук 8, короче. Вместо того, чтобы в другом направлении ими подобывать просто. Хаш приходит и пытается выбить хату, Блай никак не реагирует. А, тут двух направлений Хаш вообще шатает. Тут чаш, тут блинк, короче. В итоге Блай пошел за сталкерами. И ни туда, и ни сюда, в общем, не успел. Полный бред. Здесь три гидрала отделилось у Блая. Но Блай меняет направление, короче. Все, Блай как был на четырех так и останется база. Хаш пошатал, я вот здесь полетал. Оверов опять нет, 6 надо делать. Там третья атака у Хаша, короче. Хаш заходит сюда на четвертую, в наглую просто. Ну, в темпестов. Пока Блай, короче, бегает, хаты отбивает. Пока Блай Грейтер Спайром завтыкал, брудов не будет. И Блай просто, ну, не успевает, в общем-то, построить брудов. А там темпесты сейчас пойдут вовсю уже. Так, зелки пытаются четвертую вырубить. Линги с двумя когтями, они нормально справятся здесь. Так, здесь зелки бегут, еще 5 штук. Блай здесь рядом стоит. Нет, Хаш законтролил, ушел. Караптерами не поймал, короче, ничего Блай. И в итоге стоит, ничего не делает. Здесь супер запас уже ресурсов большой. Нет, что-то у Блая все плохо как-то здесь. Признаться честно. 3 бруда. Ну зачем они дома? Им с ними атаковать надо сейчас идти. Пытаться. Хаш построил флетбикон. Не строит темпс, строит грил. Это ошибка жесткая. Сейчас можно просто бруда гидрой. Вообще нахрен вы. И эти 4 смешных колосса, если брудов будет штук 10, там брудлингов, а их вот сейчас 10 будет. Брудлингов будет столько, что колоссы просто не успевать будут сбривать все. Главное еще успеть этих на мор. Так, на одного сталкера. Всей армией Блай бежит. Ну, здесь бруды, кстати, на четвертый есть. Все в порядке. Зилки прыгают вперед, они ничего не убьют здесь, конечно. Брудлингис плюс 2. Зилки там есть еще. Ну, Блая нельзя сидеть, ему нужно вперед идти. Брудов показал, нужно идти вперед срочно. Блай летает, бруда вперед. Так, опять что-то ни хрена не... Не озвучивается, не понимаю, почему. Спасибо, клик за премиум. Что-то не озвучивается, почему-то не знаю почему. Короче, Блай, ну вот этими-то что летать зад вперед?
пацанами. Когда в атаку-то идти? Вот, пошел Лай в атаку, ну не поздно ли Лай идет в атаку? Ну если масс беллингов сделать, и они вынесут землю, например, то шансы есть, и даже мазершип может не помочь. У Блая есть один единственный, правда, здесь оверсир, и Блай не ломится. Оо, здесь дарки пришли, короче. Всю игру Блай взад-вперед летает просто. То от зелков, то от дарков теперь. Здесь выход идет. Здесь тоже дарк срубил, короче, вообще просто. Му овером у Блая нет, вот он только сейчас замечает, заказывает это. Здесь 9 часов взбривается, здесь масс дроны на 9, просто Блай пытается его повести. Шторм по дронам получает, повезло, большая часть ушла. Один дарк все-таки до мейна добирает, сейчас королеву порубит, плюс 3, изи просто. Так, короче, сейчас в итоге кончится тем, что Блай так и не сможет напасть. Здесь и шторм, короче, и колодцы, и все-все-все. В общем, на ровном месте Блай, сейчас Блай Ахаш зашатал. То есть Блай вообще в атаку не собирался идти, а что он хотел делать, я вообще, честно говоря, понятия не имею. Он летал взад-вперед, вместо того, чтобы вовремя проатаковать вот этим миксом, который просто тяжело реально отбивать. Вот. В итоге последнюю хату, и Блай тоже ее бежит отбивать, как бы, ну вот... Призма на второй. Давар делков. Ну, это от Хаша называется, как по 1000 минералов сливать в никуда. Вот, но на самом деле даже это Блая не спасет. И он опять куда-то поломился. Короче, ему в итоге и зелков, и дарку. Ё-моё, ё-моё. И здесь бруды без прикрытия. Вообще, короче, это минус Блая, ребятки. Сейчас ГГ мы увидим. Такой бред вообще, а не игра. Ну, с какого-то момента Блай поплыл, в общем, по-другому это не назвать. Он просто начал бегать зад вперед и все. Хотя ситуация в игре была, если бы не глупые ошибки Блая, она была бы в его пользу. Ну, несмотря на эти ошибки, она более-менее ровной была. То есть, как бы, Блая нужно было вовремя подраться. Но Блай не то, что не подрался вовремя, он даже и в итоге и не подерется-то вообще. Нормально, потому что вот это вот уже то, что здесь осталось, это смех. Вот это вот микс просто, он просто хламишку сейчас развалится. Тут плюс 3 на землю атаки, сейчас 2 агрейда на поля будет, на воздух уже 2 атаки. Так, здесь пилон хоть пошел, Паш, пробками пытается пилить. Чуть беллинг слился в пробок. Одна пробка на мейн поехала. Блай даже не успевает законтролить пилонов. Хаш наставил, можно просто на медленный варп сюда. Но варпать просто будет юнитов еще, это будет жестко. Так, ну что, третьи поля пошли. На 12 хп выжил хайп здесь у Блая. Блай, короче, так. Ну, 150 осталось, мне уже самое интересное, как бы, но... Хаш сейчас пойдет добивать, наверное, все-таки уже пора бы идти вперед. Или он так и не пойдет. Боязливый Хаш так и сидит. Не идет никуда.
Так, здесь сейчас будет архонов плюс 5 штук еще. А архонов станет в итоге 7 штук. Сейчас они уже с тремя грейдами на поля будут. Хаш все равно что-то летает. Вот он понимает, что Блай, конечно, Блай что-то здесь должен делать с таким пропсом. Но Блай сидит как бы и просто, ну, ничего не делает. А Хаш боится чего-то, я не понимаю, чего. Здесь юнитов просто 4 вайпера, 3 караптора, 6 брудов, нет, 7 брудов и гидралисков 12, там 13 штук. Плюс пару инфестов, все. Блай еще брудов делает зачем? Зачем ему бруды-то? Там темпестов уже миллиард. Еще штормы есть, блин, что самое интересное. Питбейки на вайперов пошли. Пошел в замес, но очевидно это оклик самый обыкновенный, как бы, и даже Мазершит здесь не погибнет. ГГ пишет Влай. Ну, Хаш Зеста будет играть, это ПВП будет, туда мы врываться не будем. Так, Бьян, кстати, с Тру должен был начать. Я думаю, что он начал статься Армане. С Хашем, так, Solar Linux. И на Innovation с каким-то челом бьется, кстати говоря. С каким он челом-то бьется? Без понятия, чей это никнейм. Этот чел Бьяла убил. Так, Хаш против Зеста, ребятки, но я буду смотреть Innovation Dark. Оказалось, что этот непонятные, короче, буковки, это Dark оказалось. Ну, Innovation Dark это масти, поэтому надо посмотреть, как бы. Вот. Бьянщика, думаю, еще увидим. Возможно, вообще, если до конца доигрывать будут сегодня, то... А, у нас с лузерами еще, кстати. Сетка венеров, она за 50 баксов бьется, насколько я помню, как бы. Поэтому здесь до конца доигрывать, скорее всего, будут. Вот, что очень-очень круто. И, возможно, мы Бьян, Зест увидим, там еще что-нибудь такое. Там Стас еще бьется, или Бьян Стас, что-нибудь, не знаю, такое.
Ну что, Innovation Dark. Ждем. Здорово, Акирыч. Здорово всем, пацаны. Вот, поехали. Сегодня оказалось, что вот у нас опять же тут этот. Отборочный на Лайфен Кап. И я здесь с вами снова. Помните, что поддерживать надо меня и мой канал. Тем более ноябрь. Конкурс стримеров еще не окончен. До конца, играем в до конца гейминг, короче. Привет, Антох. Не знаю про какую-то вьетнамскую лигу. Говоришь, сейчас я не вижу, чтобы что-то шло. И комментировать я буду только, если ничего не будет. Тем более, сейчас Dark против Innovation у нас бьется. Вот так вот сделаем, так будет понятнее. Ну что, пул первый от Dark у нас. Любит он пул первый играть, Innovation не играет Mass Reaper'ов, Innovation играет Barak Reaper CC-шечка стандартная. Любимая игра в истории StarCraft'а? У меня нет любимых игр. Вот. Любимые мои игры это те, которые будут в ближайшем будущем. Крутые, с крутыми игроками. Вот. Ну а так, конечно, было много крутых игр. Да и сам я когда-то сражался. Поэтому о чем тут говорить. Так, не будет меха никого био. Здорово, другой. Конечно, конечно, игры из игры. Это совершенно... Кстати, ребят, вчера было 4К битрейт, сегодня поставил я 5К битрейт. Вроде как мыло поменьше стало, насколько я вижу. Вот пишитесь, нужен фидбэк по этому поводу. Вот. Вроде как поменьше. Ну что, Reaper Innovation подстрелил двух лингов, но не сдобровать пацану. Ай, в пяточку кусил последний линк, казалось же, да, уже запрыгнул на ХГ. Нет, не запрыгнул. Пускают самарики, ну здесь Дарк очень внимателен, еще бы Дарк был невнимателен.
аккуратненько так Innovation выходит. Ну, опасно, ведь здесь сбоку могут быть еще группа лингов больше. То есть это может быть развод на этих лингов, чтобы Марики вышли вперед, и окружение их с последующим сгрызанием, что для Тирана будет катастрофой. Но нет, Дарк не строил больше лингов. Как это прочувствовать, скажете вы? Это никак не прочувствуешь, это чуйка скилловая, игровая. Плюс Innovation знает, как действует Дарк, ведь они тиммейты бывшие, поэтому он понимает. Был бы это другой игрок, какой-нибудь Лассира или Линок, я думаю, он действовал бы по-другому, потому что они сверхагрессивны обычно, да, как бы. Вот. Так, гуляли Малики, но здесь Innovation депошечку успевает закрыть и пробивает камни. Ну что, пошел выход. Пешочком Innovation спокойно двигается вперед. Простимпачился тут Innovation, немножечко поконтролил. Пострелял по королевам, но только Марика одного потерял, больше ничего не сделал. Дарк стабильно, посмотрите, как он агрессивно тянет крип на 5.43 уже, он тут по всем направлениям. Мейн соединен со второй, здесь везде криптуморы есть, на 6 часах есть, в центре уже здесь расплодился. Сейчас еще дальше потянет. Пошло арма, сейчас 2-1, скоро Innovation закажет. Там 2-2 ударка будет. Так, 13 секунд, да, плюс 1 до грейда на атаку. Очень жесткий тайминг выхода от Innovation. Смотрите, сколько здесь мариков. Здесь реально 25 или 26 мариков, 27 даже. Но здесь есть бейны без покатушек. Нужно Innovation либо принимать бой, либо отступать потом в итоге будет. Либо... Так, здесь еще один криптумор остался, и Innovation не смог его подрезать. Ну так, часть крипа выбил. Не знаю, Бьян бы, мне кажется, сфокусил бы вот таким бы миксом этих бейнов. Но Innovation все-таки не Бьян. У него принятие решений, конечно, великолепное, и все великолепное. Но контроль бьяновский есть только у Бьяна. Так, за пятое место. Нет, за пятое место там ничего не светит, там какая-то шляпа. Ненужная, как бы, особо. Вот. Ну, странно, что Абвер, как бы, меня почти на 8000 обогнал очков. То есть, ну... Не, ну у него много зрителей было, похоже, и много поддержки на этой неделе. У меня же после Home Story вообще провал какой-то получился. Хотя я много очень стримил, не знаю. Если такой разрыв, как у Абера, это можно последний день просто 100 тысяч бах, и все, как бы ты в топ-3. Я думаю, что, я не знаю, будет ли Лёх прав так делать или нет, как вот это уж другой вопрос. Ну там смешной разрыв, просто смешной. Так, отступает Innovation. Минки зачем-то перекапал, не понять зачем. Дроп бейлингов, ой-ой-ой. Опасный какой дроп бейлингов. Минус 5 КСМ, и еще 3 погибнет. Нет. Одна, нет, 2 еще погибло. Но демажено еще рабочий. Надо туречек поставить. Но тут уж ничего не поделаешь. С этими местами, со всеми делами.
отставание. Сколько там у меня от третьего? Ну, тут 13 тысяч. 14, ё-моё, там 14 с лишним тысяч. Это слишком большое отставание. 12 тысяч, еще 200 тысяч там. Примерно. Это куда ни шло. Ну хотя нет, у меня даже столько нет, кого нафиг. Так. 174, 177. 3-2 грейды делаются. Хорошие сплиты от Innovation, что я могу сказать здесь. Очень хорошо Беллингов принимает и по лимиту в плюсе стал сейчас Innovation. Не то, что Беллингов принимает, сплит таким образом идет, что попадают Бэйны в огневой мешок, они даже без фокуса не успевают дойти, в принципе, как бы. Вот. Ну, в таких ситуациях, при таких лимитах, фокус-то и невозможен вообще, вот именно такого количества Бэйнов, тем более новых Бэйнов, у которых уже не 30, а 40 хп. Ой, как Минка сжал! Да здесь Минки реально больше убили, чем Марики. Вы видели, какие залпы были? Дарк поломился на крипу, Innovation больше. Сейчас тупо, сейчас как бы 2-2 у него будет, а в ближайшее время еще третья атака доделается. Но Дарк слишком много беллингов морфит. У Innovation нет рибераторов, нету поддержки никакой здесь. Так Минки не жахнули по беллингам, Innovation смог отступить, но в этот раз Innovation развалился, то есть неаккуратен он был. Скан пошел, заметил, что тут закопал Дарк Бейнов, судя по всему, Innovation. Да, да, заметил и прогнал. Нужно было, если Innovation, вот после того, когда он здесь вот очень четко подрался, я не понимаю, почему он вперед не пошел. То есть он думал, что там так много Бейнов осталось, что ли. Мог бы, считаю, развить атаку с того момента, но... Если уж он решил назад отойти, сместиться, надо было ждать этой четвертой сэшечки, видимо, и третьей атаки. И тогда уже действовать агрессивно. Потому что в итоге потерял лимит, это значительную часть просто. Так, все, третья атака готова. Либератор есть уже. Надо грейдить планетарку. На вышне что-то один криптумор подрезал, не более того. Здесь сливается дроп. Есть, кстати, Greater Spire? Нет, Greater Spire нету. Так, ну тут Дарками начинает выгрызать с разных сторон. Крипов в центре много, но на территорию Innovation пока он не идет. Ну, кстати, 200 в 200 сейчас ситуация в итоге получается. Innovation пытается разводить, тут ультрала начинает строиться. Innovation с либераторами идет к 6 часам. Здесь Минка, оставшаяся после тех еще старых замесов, одна закопанная выжила. Больше мародеров миксию Innovation становится. Либераторов вообще достаточно много здесь. Поломится Дарк вперед. Да, ломится Дарк вперед, Innovation сплитится. Либераторы там просто насилуют землю вообще. Смотрите, сколько выстрелов от них идет. Ну, корабторы прилетают, и нечем прикрыть товарищей либераторов своих Innovation. Пошли Бэйна вперед. На Амариков вводить контроль хороший.
Буху либераторов летает против корабтеров, битва начинается. Марики не спасают либераторов, надо не отдавать всех. Ну, марики-мародеры землю разбирают, но слишком большой прирост, плюс ультралу еще вовремя приходит. Надо сваливать сейчас инновейшн. Он пытается это сделать. Корабторы подостали. Здесь есть био. Либераторы раскладываются, но их нечем прикрыть. Я опять же еще раз повторюсь. Вот. Лингов очень много заходит, но теперь био маловато, чтобы прикрыть. Кажется, Дарк все-таки давит. Давит он просто, конечно... Вот как реализовывается преимущество. Вчера Тивайс Блайм играл, у него ультралы тоже, у него раньше были, у него с Тивайм там ультралы просто невероятно рано были. То есть он мог просто убить его, но он сидел, что-то и сидел, и все. Шпиль забыл там, он шпиль ему отменил Тивай. Вот, и забыл его восстановить. То есть ультралы, надо драться с ультралами. Есть скарапторы, надо драться с скарапторами. Все, чем тянешь дольше, тем у тирана шансов больше отбиться. Так, здесь что-то инновейшн дерется на стиме. Ультралов вроде отгоняется. 4 базы выжило у него есть шансы еще на борьбу. 140-100, по лимиту, кстати, боевого-то 59-69, смешно. Еще все шансы еще. Вторая атака на воздух доделалась. 3-3 против 2-2 Дарковского, вот это да. Если Дарк сейчас не дожмет, еще все шансы на победу сохраняются у инновейшна. Но он может давить сейчас, дожимать пытаться, я думаю. Так, ребят, битрейт до 5к повысил, с 4к. Изменилась ли как-нибудь картинка? Я смотрю, что-то все равно мылит как-то жестко. Хотя вроде на 1000 битрейт повысил. Так, здесь было 3 часа уничтожить. На вышин-то хорошо, здесь шатает, смотрите, 160-160 уже по лимиту. Ультрала разбирает, теперь у ультралов, напомню, не 8, а 7 армора максимально. А сейчас у них 6 в данный момент, а у инновейшена 3-3, у инновейшена 9 дэмэдж. То есть даже марики с мародерами неплохой дэмэдж по ультре заносят сейчас. Так, один там либератор на черт, зеленочка пошла от Дарка, надо смещаться. Назад. Да, корабторов марики раскромсали. Просто сейчас Навыч пытается на био разводить оппонента своего. Ну и за счет негрейдженности дарковской Навыч здесь очень четко дерет. Смотрите, ультралы-то падают здесь просто. Все упали. Вот это да, ГГ пишет Дарк. Красавец Навыч. Просто вот эта игра называется. Вот это напряжение. Просто жесть.
Так, короче, поехали. Новичок на 1-0. Вторая игра начинается. Не знаю, почему Dark Инфесторов не делал, вопрос сложный. Возможно, не было газа. Может быть, по каким-то другим причинам. Может, такой стиль. Че у него как бы без инфесторов вроде все работало, но они бы помогли бы на самом деле. Ну что, ребят? Вторая игра. Innovation Dark. Вихрь карта у нас. Опять же передроп здесь Марика будет со стороны Innovation. Что-то Innovation в последнее время разбушевался просто. Очень четко играет, я смотрю, и... Так, ну это минус Рипер. Отдает Рипера и Innovation. Для Dark, конечно, хорошо. Сразу же он третью кату поехал ставить. 500 у него почти минералов скопилось. Ну, там дронов все заказывает. 3, 4, 29. Парабам уже в плюсе. Надо стенку побыстрее здесь сделать. Тут вроде Innovation ничего не сделал, Дарк. Хотя депошечку подгрызал строящуюся, вы видели сейчас тоже сами. Но идет тут контрдроп. Здесь, опа, здесь много крипа уже на центре. И наверх пошел. К третьей базе соединено все. И 5 королев присутствуют. Двух у них. Двух из них сейчас будет на трансьюз энергии. Вот она появилась. Даже у трех уже есть. И у четвертой скоро будет. То есть это им прибавят живучести еще очень-очень много. Ну тут Innovation Криптумы. Ой, эти Dark Криптумы еще ставят.
Так, ну тут пытается Innovation что-то сделать, ничего ему пока не сделать. Армори инженерка еще добавляется, одна для грейдов, прямо на второй базе, можно как-то поаккуратнее было, здесь они мешать будут бегать самому. Вот приходит еще группа мариков, плюс один сейчас будет грейд готов, ребятки, у Innovation. Щиты сейчас будут готовы, мариков 26 штук здесь, плюс еще две минки присутствуют у Innovation в этом миксе, что самое главное. Очень много мариков здесь. Дарк не идет вперед, на минку понимает, что опасно врываться. Залп от трех минок по линго-беллингам, жесткий проход. Чего боится Innovation, он бы здесь убил бы просто. Я не понимаю, вот так вот приходит он в такой тайминг и не пытается Дарка убить. Я уверен, что Бьян такие игры бы реализовывал. Почему? Не знаю. Ну, беллингов здесь просто сколько было? Ну, вот их не убавилось, их 7 штук как бы. 7 бейнов можно и зафокусить таким количеством мариков. Несмотря на то, что у них 40 кп сейчас как бы это, ну... Фигня. Здесь ХП, ну хоть КЗ. Там трансит какой-нибудь на Беллинг кинуть, например. Пошел сплит, Innovation пытается давить. Ну тут как-то он больше слил. Такое у меня ощущение сложилось. Так, Блэй говорит, такое пропустил. Беллинги уже почти докатываются до мариков, даже без лингов. Хотя здесь небольшая группа мариков же была. Передроп бейнов идет на вторую к Innovation. Дарк замечает. Нужно фокусить овер, овер сваливает. Космос, блин. Нужно оставить что-то здесь, иначе овер сможет взорвать. Бывает 2-0 куверху минус 2. Красавчик. Красавчик. Унизил его мех, говорит Блай. Надо репки взять. Что-то у Варди случилось, не знаю, что у него случилось. Я вижу контрдроп на 9 часах от Innovation, сейчас идет, кстати говоря. Ребята, здесь дропщик законтрил, дропщик был выбит корабтерами, но Innovation больше лимита, обратите. Здесь стеночка есть, она работает, здесь опять два бейна закат, здесь... Чем минку-то выкопал Innovation? Убило бы просто и все. Innovation пытается четвертую давить, бейны зашли, здесь минки все покромсали. Innovation случайно фокуснул свою минку зачем-то, сейчас не понял, зачем, правда. 44 линга бейна еще заказано. Дарк успевает лингом минку выкусить сейчас еще.
Так, у Варди что-то случилось, стрим упал, не понял я почему. Вот. Ну, надеюсь, что восстановит он сейчас. Гоняет по центру инновейшн. Ну, Ксилнага вот он не контролит, сейчас на доминке брать. Можно крипу здесь почистить на самом деле. И пытается продолжать здесь прессинг, все еще инновейшн. Дарк пытается с разных сторон зайти. Линги и Беллинги идут, мародеры хорошо затанкуют. Третья атака, здесь тоже 2-2 ударка. Шел на лум. Так, на лум идет. Ну, в этот раз я не понимаю, сплит. Нет, сплит и навыч, ну, тупо не помогает. Здесь еще слишком много просто зерга. И 165 на 130, похоже, что здесь и навыч, как все печально. Все-таки, я не знаю, как-то Линги и Беллинги жестко выносит сейчас бью тирановская. Особенно с 40 хп теперь. Ничего с ними не сделать. Ну не то, что ничего не сделать. То есть там сплит это на вынч такой посредственный был, но... КЗ, Дарк сносит его. Может, минок маловато. Может, что-то еще другое миксовать. Там хелбатов каких-нибудь, я не знаю, в микс вот этот. Может, танки строить все-таки действительно нужно. Видите, по лимиту это 1-1, ребят, надо третья решающая сейчас нужна будет. Так, пошел инвайт. Так, сейчас надо Варди послать реплей.
Спасибо, там англичане говорят. Третье решающее, ребят. 1-1 счет. Да, я вижу про Twitch. Луч Ворон, смотрите-ка, делает сейчас Дарк. То есть это что значит? Получается, что он либо готовится к 3 барака Рипером, либо он собирается сделать какой-то жесткий пуш, практически улыновый. Вот, скорее это второй вариант, потому что здесь нет никаких Риперов. Может быть, Дарк думал вслепую, что он будет играть? Так, сейчас свет включу, погодите. Темновато стало сегодня уже так. Прохладненько как бы. Зима заново пришла. Да, 8 рулущий, несмотря ни на что, делает Дарк сейчас. Это, то есть это очень жесткий пуш с его стороны будет. Как готовится и на вышину. Проблема в том, что теперь эти подпуши со стороны Зерга, они даже минками тяжело отбиваются. А здесь ничего более эффективного-то и не может заказать сейчас, в данный момент, Innovation. Почему минками менее эффективно? Потому что есть реведжеры, их можно выбить минки без подсветки. Идет Innovation вперед, Роуч реведжеров веет, и что ему делать? Да ему нечего делать. На ХГ уходите, из бункера пилить, все. Других вариантов нет никаких, без бункеров здесь делать нечего. Innovation тянет что-то, что вот он тянет, все, уже Роучи пришли. Может секунд на 10 раньше было все это начать делать. Судя по всему, печально сейчас все будет у Innovation, ребят. Геликами Роучи убивать с реведжерами, это полная прохлада. Полнейшая прохлада. Так, СМ-ки бой принимает. Фаербулы под... Innovation пытается сплэш максимально сделать от геликов. Кстати, даже для геликов он тут дофига-то нажег, на самом деле. Но все, роущая часть живых. За ними идут линги вперед. И похоже, что здесь все печально будет сейчас. Фаербулы под. Первый мародер вышел. Вышел циклон. Он поливает, но он не тех поливает. У него бонус по тяжелым. Надо роущей было убивать. Так, фаерболы по либератору пошли. Либератор сейчас упадет. Еще один реведжер делается. И на выше что-то складывается, там перераскладывается. Да не, минус здесь все. Че мародер циклон вышел? Хотя 7-19 по рабам, ребят. По рабам-то тут... Фаерболом успевает Дарк пристройку сбить. Кстати, вот если бы пристройку не сбил, может быть шанс и был. Дарк 2-1, короче, ребята. Дарк ведет. Давайте сетку посмотрим просто сейчас. Опа! Бьян убил Тру, Бьян убил Найса. Бьян в полуфинале ждет Зеста статса. Двух тиммейтов, которые будут биться друг с другом, получается. Хиро с Линоком. Innovation ждет победитель Хиро Линок. Короче, надо куда-то врываться сейчас пробовать. Не знаю куда. Кира Линок интересно, я бы здесь статс посмотрел, потому что потом хочу Бьянчика глянуть. Сейчас попробуем что-нибудь. Так, покинул группу. Так,
Дарк ждет победителя. А, Innovation-то лузера. Кстати, есть же лузера, и Блай в лузерах бьется, между прочим. С кем он там будет? Блай бьял. Менее минуты в игре. Ё-моё, сейчас бы мог успеть, я, но не успел. Но я думаю, имеет смысл венеров все-таки глянуть тоже. Так. Сейчас я гляну статс. У меня же в друзьях есть 2 минуты в игре статс. 2 минуты в игре статс. А... Хиролинок. Хиролинков у меня нету в друзьях. Да. Короче, ребят, сейчас я на минуток пару отойду. Вот, и вернусь. Все, ребят, я вернулся. Извиняюсь, надо было отойти. Так, сетку, сетку. Сейчас кину сетку. Везде. Ну, я подожду, может здесь остаться. Вот.
Так, может, чаек пока заварить, пока ничего не происходит, ребят. Всех рад видеть вас. Так, ребят, сейчас я на секунду отойду, чаечек подварю. Так, все, я здесь, ребят. Так, все, игра начинается. Поехали, ребят, чай поставил на заварку тут. Взял гречки, надо будет поесть, хотя она холодная, блин. Да, холодная как не очень, надо будет разогреть. Стас-зест у нас сейчас будет, и потом, соответственно, 1-1 унесет. Потом, соответственно, победитель против Бьяна я очень хочу посмотреть. Стас красный, зест бирюзовый. Прот, погнали.
Сейчас кое-что гляну. Интересно, здесь такой пилон. Смотрите. Прям в минеральной линии устаться нету пока. Ну, в общем, оба через два гейта. Я сейчас я быстренько чайник, ребят, вырублю и вернусь. Я здесь, среди теней. Все, ребят, я на месте. Извиняюсь, но... Ну, я здесь, короче. Нужно отойти было, чайку попить. Так, здесь харасит Статца, здесь ставит Никсус, а у Статца что? А у Статца Старгейт тут просто запилен. Никсуса как не было, так и нет, оракулом не стал Статц врываться. Полетел вперед. Чем зеркалку запилил? Тебя забыл спросить, что запилить мне. В следующий раз вспомню. Спрошу разрешение. На зеркалку. Короче, ребят, прилетает Статц. Ничего не выбивает пока оракулом особо. Здесь все прикрыто пилонами, причем очень плотно так прикрыто. Хочет Статц нарезать рабов, но не особо получилось. Так, 4 сталкера вперед идут. Так, фаржа на мэйне поперла. И здесь фаржа еще одна попрям. Статц пытается тут прессовать немножечко Зеста. Развел оракулом еще одну провочку подрезал. Но Зест в плюсе в целом по лимиту. У Зеста блинк как бы делается. У Зеста делается фаржа. У Статца уже есть фаржа и руба. Как бы Статц впереди по грейдам получается будет. Решил отступить. Здесь иллюзия оракула. А Зеста летит. Не долетела. Никого не напугают. Вот. Адептики летят здесь дропаться, я насколько вижу.
Так, у статс плюс 3 гейта, и мы строятся. Твайлайт есть, но почему-то статс Твайлайте ничего не делает. Зест аж вторую фаржу запиливает. Я не понимаю, что за новые билды какие-то. Смотрите, New School билды какие-то пошли уже для нового патча. Зест добавляет вторую фаржу просто. И Робобэй. Это очень интересно, конечно. Робобэй, понятно, дестабилизаторы, а вторая фаржа... То есть он 2-1 собирается с двух баз делать грейды. Статса вторая атака пошла сразу же. У Статса есть Старгейт, он добавляет фениксов некоторое количество, чтобы контрить, я так понимаю, дестабилизаторов. Законтрить ли вопрос хороший? Так, адептам Глефа готовы. Статс не собирается лунить этим пушем, то есть, точнее, этим миксом адепта и мортлами. То есть он делает плюс 2, и он как бы выходит в третий Нексус сейчас. У Зеста с двух фаржей грейды пошли и дестабилизаторы. Интересный какой-то микс такой прямо. Интересный билд. И вообще билд интересен тем, что фаржа ранняя получается. Сейчас раннюю фаржу редко когда и увидишь, если честно. Ну что, статса плюс 2 почти готова. Блинк сейчас будет готов. Встает немножечко Зест по лимиту. На мейне кончаются минералы. Зеста поменьше и рабочих-то на 8 штук. Сейчас самое интересное. Нексус еще третий не готов. Здесь плюс 3 пошло. То есть статс одной фаржи, за счет того, что раньше грейды делал, он... Ну, две-то фаржи он, конечно, полностью не нивелирует. Потому что сейчас 3-2 здесь будет заказано. Все-таки 3-2 на 3-0... Это хорошее преимущество. Так, ну пока здесь третью атаку чуть не спешит заказывать, я смотрю. Статс там флитбикон и старгейты пойдут. Надо заказывать уже. И вот здесь, кстати, колоссы после дестабилизаторов. Пара штучек. А где вообще эти дестабилизаторы у Зеста? Зест вообще сначала типа дестабилизаторов делал. А по итогу надеял колоссу. Какой-то странный микс вообще, очень даже. Мне кажется просто, что вот такой микс дестабилизатора разорвут хлан. Просто это постройка, видимо, друг против друга. Друг под друга, точнее. Но, с другой стороны, с такими жесткими грейдами, как у Зеста. Хотя у него 2-1 и 3-2, то почему-то он не заказывает, в отличие от статса, которого третья атака запилена. А плюс 3 это жестче, чем 2-1 грейды. Я уже много раз объяснял, почему. Потому что... Многим юнитам за грейд больше единички демеджа дается. У вродцев. Например, адептам по легким там. Иммортлам. Сталкерам по единичке по всем дается. Колоссам, кстати, по сколько? 12? Не, ну колоссам по единичке, у них, конечно, 2 по... Хорошо, статс ушел оракулами над вот этим пространством. У статса мазершип делается. Так, Сест кушать собирается. Иллюзию статс вперед посылает. Мазершип еще не готов. И несколько секунд не будет готов еще. Надо... Так, пошел замес. Иммортлы бой принимает. Оракул вперед поднимает статс двух самых дэмэдж-дилеров зестовских. Это были... Иммортлы две штучки, они падают сейчас, Мазершип будет готов через 5 секунд еще. Статс немножечко назад отступает, с Мазершипа можно заново идти в бой сейчас. Что и делает Статс, у Зеста-то нету обсервера, ребятки. И Мазершип просто разрывает здесь все. Как и Пейшенс когда-то Зеста разорвал недавно, не так давно, я бы сказал.
При этом всем у статсов хуже игроды, как я уже говорил. Адептов поднимает тут фениксами стат, двигается вперед. Колоссы под удар попадают, и мортлы их крошат. Адепты выдвигаются вперед. И это значит, что статс 2-1, скорее всего, здесь победит. Потому что я не вижу, как тут детство вообще отбиваться. Фениксы колоссов крошат, фениксы сталкеров поднимают. Статс прямо в бой микс, в этот замес варпит юнитов своих. Все, колосс падает, предпоследний. ГГ пишет дед. Хорошая игра со стороны статса, очень хороший ПВП получаюсь. Ну что, статс против Бьянчика, масти, как говорится, повторение полуфинала, да, получается, Близкона. В каких этих играх Зеста дает победу статсу? Что ты несешь вообще? Зест со статсом — это тиммейты и друзья, в принципе, как бы. Вот, и где там кто чего дает? Короче, Вьян что-то сдался, походу не будет играть. Вот.
Ну, лутера можно будет глянуть, в принципе, какие-нибудь, наверное. Ты провел анализ за последние игры, здесь всегда ему уступают. И в чем же заключался твой анализ? Что ты посмотрел результаты последние, что ли? Так, наверное, это потому что Статс крутой игрок очень. А не потому, что там что-то происходит. Интересный вариант гибки. Посмотрим. Блай выходит из сети, значит, Блай, судя по всему, проиграл. Так, ну сейчас Стас Хиро посмотрим и успеем еще в лузера, я так понимаю, потому что у нас целый тур пропустился. Бьян и Дарк сдались фактически свои игры и у нас тут сразу финал Венеров. Кружку сполосну, чтобы чайку налить тепленького. Так, Варди инвайтит, отлично. Очевидно, что Бьян прошел на лайфенг, но еще очевидный момент, что $50 за победу сетки Венеров дается. Как бы. И раньше всегда доигрывали Бьян в том числе, сегодня что-то Бьян Дарк запонтовались и не стали играть, не знаю.
Ну что, ждем, пока почеркают. Блин. Ну все, почеркали, ребятки. Сейчас ПВПнчик посмотрим, крутой. Потом лузера, все-таки матч финала Венеров получается. Спасибо, Рамштайн. Машиного петушка с чаем доедаю. Не прилипаю к зубам, подонок. Так, сейчас, секундочку. Ну все, поехали, ребят. Сейчас я проверю еще раз. Так. Чалик после возвращения из деревни. Ну, это глупый спойлер. Почему? Потому что Чалик в деревне становится более здоровым, укрепляет мышцы. Он там бегает постоянно на природе, как бы. Ему там кайфово. Он же не человек, которого бабушка закормит. Да, это Си-Джей Хира против Статса у нас бьется, соответственно. Я так думаю, здесь Бо-3. Как-то так.
Опа. Кира просто в тупую, короче, берет. Стас проезжает, пилон отмененный он должен был заметить. Но, судя по всему, Прокси он полностью не заметил. Да, Стас Прокси полностью не замечает. У Стаса сверх ранний Гота Нексус. У Хира, точнее. Видите? А, это Стас делает Прокси. А Хира строит Нексус и Робо, кстати. Но варп еще не готов. Так, 4 сталкера Статса приходят на сталкеров Хира, наламываются. Начинается контроль. Статс умудряется как-то на несколько выстрелов побольше получить, чем Хира сейчас. У Хира плюс 2 сталкера, и сейчас еще откроются гейты, будет варп. Но у Статса уже 3 варпа, у него сейчас будет 6 против 3 здесь. Надо сбивать пилона, пытаться зайти сейчас. В это время Статс пилон Хира от меня. Где Мазеркор? Мазеркор где-то рядом там находится. Так, ну Статс наглеет здесь, конечно. Ему надо бы пилон дожать сейчас всеми сталкерами, желательно. Ну нужно не демедженных подставить просто сюда. И убить пилончик. Что Статс, собственно говоря, и делает. И Нексус убить просто, и все. Ну красных-то вперед, не надо. Кира, еще давай сталкеров. Еще сейчас Иммортал выйдет. Такой красный сталкер спереди находится у Статса, короче. Печаль полная, Статс в фокусе тут пытается сталкеров. В итоге Хиро умудряется отбиться, но у Статс тоже некто забит. Ну, Статс-то нет роба, и Статс потеряет здесь инфраструктуру всю свою производительную. То есть это два пилона и гейт. Есть Immortal, поэтому Хиро изи здесь отобьется. Еще и Сентрю заберет. Похоже на 1-0 Хиро. Контратака от Хира идет. Он с Иммортлом здесь, и Призма подлетает. Смотрите, остаться контррыв какой-то адептами идет нелепый. Ну, он реально нелепый, как бы тут Хира разберет изи просто. Пошел до варп, сейчас все на Призму контроль начнется. То есть, как бы, ГГ это статсу, 1-0 Хира вообще. Как-то изи просто Хира здесь справляется с обороной. Ну, чем быстрее кончится ПВП, тем быстрее мы в лузеро пойдем смотреть матчи. Бьялом, кстати, 2-1. 1-2, точнее, проиграл. Так, Solar Zest, возможно, в лузерах матч будет, кстати говоря, крутой. Так, сейчас. Один ноль Хира, ребятки. Вторая игра на карте Эхо.
Стас против Хира, ПВП. Привет, Оверлорд, что значит не спрятанная прокси? Причем здесь не спрятанная прокси? Оно было спрятанное. Но и Хира его не видел. Но по совокупности увиденной информации он понял, что это прокси. То есть он увидел, что нет Нексуса у оппонента просто. Очень долго. Увидел сталкеров, которые рядом с ним находятся. Это очевидный момент, что идет прокси в такой ситуации. Как бы это стандарт сейчас. И Хира просто, имея те здания, которые у него были, просто усилия приложил двумя бустами к продакшену юнитов. Вот и все, что он сделал. И у него еще было робо очень важное. То есть он, когда вы ставите ранний Нексус, обязательно. Многие просто что-то строят там из гейтов юнитов. Это бессмысленно как бы. То есть у вас всегда будет меньше юнитов. А вот робо с Эморфом как раз таки переворачивает ход событий всегда. Вот, то есть Хира там стат с контролем тупил, что Хира там микростычки выигрывал, при этом всем как бы у него еще и Immortal чуть позже вышел. Если бы Хира дрался вровень бы, то он с Immortal бы отбился, как бы, возможно, контрпуш такой эффективный бы не получился, но учитывая, что Хира еще там побеждал статься на контроле около базы своей второй, то он еще смог в ответку выйти и убить просто нафиг. Я не знаю, бот 5 или бот 3 здесь. Варди говорит, что бот 3, отлично. Хира идет двумя дэтиками вперед, у Статса пилон Мазеркур, Статс Нексус собирается выйти, кстати говоря. Так, адепты врыв делают. Не будет еще сталкера, кстати, готовы к моменту врыва адепт, что самое интересное. Три пробки Хира уже подбрел. Четвертая минус. Пятую сможет забрать? Нет, пятую забрать не сможет, но 4 пробки это уже, в принципе, неплохо. Еще 2 адептика подходят. Как здесь Мазерку разводят. Статс. Здесь сейчас будет 4 сталкера. И очень скоро еще один оверчаж. Будет Хира врываться? Да, врывается Хира. Пробка минус 1, пробка минус 2. Ну, это уже очень плохо, то, что сейчас происходит. 3 пробки уже потерял Статс. Еще на втором рейве. То есть 7 в общей сложности, но... Учитывая, что у него Нексус раньше, у него все еще нормально пока. То есть он сможет восстановить разницу по 4 пробкам. Ну не факт, что прям всю он восстановит там в 4 пробки разницу, но часть восстановит стопудово. Так, адепт пытается перехватить статс. Адепты куда? На вторую заходят? Нет, адепты никуда не заходят. Оракул залетает на мейн, и здесь 2 сентри, и всего один уверчаж, то есть... Стат сейчас выставит уверчаж. Надо из него выходить, из этого уверчажа. Сентрия минус 1, вторую видит Хира, не успевает убить. Почему? Потому что варп уже сейчас прошел сталкеров и... Скорее всего, сталкеры минуснут. Так, ну адепт еще 2 пробки забирает, кстати говоря. Оракул висит над второй базой. Стат видит это? Нет, Стат не видит. Он, кстати, подошел бы, сбил его просто сейчас, но... Не замечает. Здесь еще один оверчаж накопился, как бы. Так, залетает Хира. 2 пробки подрезает, улетает. 32-4, то есть, вот, пожалуйста, грамотный Харас, а рабочих уже больше. И Хира делает глефы сейчас, резонирующие. Сейчас бы оракулов нужно соединить бы вместе Хира. И... А, он вообще адептами пушить собирается, что ли? Смотрю, не получится вторую подрезать Хира. Не хватило одного удара. Так, плюс 2 гейта на мейне. Гейтов 5, и здесь 6 будет.
Оракулами сдерживает статься любую попытку выйти куда-либо, Хира. То есть сейчас Глефа пуш может зайти вообще хорошо. Так, 5 гитов строится. 7 в общей сложности. 8 даже, ё-моё. 8 даже гейтов будет сейчас у Хира. Иллюзия летит вперед. Сейчас стат все поймет, но тут стенку нужно делать. У Хира еще Даркшайн пошел здесь, что самое интересное. А нахрен ему Даркшайн? Ну, это логическое продолжение получается. Здесь призма делается у статса. Статса блинк. Мазеркор статус увел вниз, это ошибка. Хира 2 оракула здесь рядом находится. Очень много варпа сейчас будет. Надо ворваться, центрей минус ну, чтобы как бы гвардиан там минимум по помощи делал статусу и все. Причем можно ворваться прямо на мейдж, самое интересное, Хира сейчас. Заходит иллюзия, оракулы залетают к мейну. Стазисные ловушки пошли, смотрите. Иммортла подблочил Хира, оверчаж раз выставляет. Нужно выходить из ренжа оверчажа Хира сейчас. Даже двух оверчаржей, что Хира и делает. Пробки падают, короче, иммортл заблочен. Сейчас еще давар пойдет. Ой, как Хира здесь, какой интересный пуш. Смотрите, еще как интересно стазисные ловушки применяются. Обратили вы внимание, я надеюсь, на этот факт? Все, больше не будет гвардиана, и Мортла тоже будет не будет. Хира 2-0, просто фу, хороший пуш надо. Пацанам на вооружение нашим брать протсом такие пуши. ПВП тащить надо, протсов сейчас много. ГГ пишет, статс Хира вообще громит, просто громит. Ну что, здесь Солар я хочу. Так, а Solar Creator у нас сейчас бьется, кстати говоря. Ну что, Хира плюс 50 баксов получает. Ну все, Хира 50 баксов.
Так, ребят. Innovation Rank здесь будет. Я хочу показать Solar Creator. Вот, ну блин, а если Solar проиграет Creator, то тут здесь Creator PvP будет. Вот в чем проблема. Так, короче, попробую подождать Solar Creator. Innovation Rank, если что, смогу там у Варди немножко подглядеть одним глазом. Линок Хаш еще. Хочу Зеста просто посмотреть с Solar. Но, может быть, если Solar проиграет, то не будет Зеста Solar. Вот в чем печаль вся заключается. Какая у нас стала телевизованная страна? Теперь Екатерина... Что-то пока не видно. Короче, остается ждать Solar, я не знаю, что там происходит у них. Я уверен, что это интереснее будет, ребята. Так, лотов я перепроходить не буду в ближайшее время, я же говорил. Хотя в декабре, если время будет, перепроходить так все сразу, как бы там, StarCraft, Brood War, WoW, HOTS, LOTW, потом новую. А это, блин, неделю почти. Ну, не неделю, но на день по части надо примерно будет. Надо быть внимательным, чтобы Solar Creator увидеть, как бы, если они в чатик попадут, чтобы по ним попроситься, если что, сюда. Может быть, я успел бы Ирьянга посмотреть с Innovation, но хз. Вдруг не успел бы. Ладно, ждем. Это мое решение ждать. Будем ждать, короче, ребят. Не знаю, как проследить Solar, у меня нет в друзьях. Оп.
Опа. Отлично, Creator Solar еще успею, не только. Ну что, Creator 01 Solaru сливается, но Solar очевидный фаворит здесь, ребятки, я и хочу посмотреть Solar Zesta просто, вот поэтому. Но не факт, что сейчас Creator 2 и 2 игры не затащит, Creator очень неплох в последнее время, я видел, как он играл, он очень хорошо играл. Поехали. Не зря ждал, сидел. Solar 1-0 ведет и Daybreak. Так, какой плеер я у себя сломал. Так, ребят, кстати, по поводу WebMoney, спасибо, мне кто-то кидал ссылки на восстановление, точнее, восстановление на смену телефона, я там разобрался. Короче, если ключевое слово только можно использовать, как бы, да, при смене, либо писать, короче, заяву на письмо отправлять, чтобы сменили мне там, вот. И там нужно, короче, прикол в чем в этом письме, что нужно у нотариуса подпись заверять, как бы, либо ехать самому в Москву, так понимаю. Дичь, короче, полная. Это еще надо бабки платить нотариусу, чтобы он подпись мне там заверил, получается. Так, все, ребят, больше не, ну, посмотрел там сетку, что у нас дальше сегодня будет, кстати. Надо же решать, что мы сегодня будем стримить вечером вообще. Так, топ-докс, у нас сегодня, кстати, французский топ-докс, 8. Кто у нас прошел плей-оффы? Марин Лорд, Айши, Шадаун, Друг, ё-моё, ПВП, ТВТ. Еще и не из игры. Печаль полная. Зато ТВП дальше... И у нас сегодня в 4 утра ЕМА отборочные будут. Вот в чем прикол, братва. Я не знаю даже, что делать, стримить, не стримить, но... Что-то мне кажется, в 4 утра как-то диковатое время для стрима. Так, если у кого-то нет кнопок в плеере, нужно пробовать другие браузеры. Я не знаю, в чем дело, короче. Вот. Ну что, Creator Dark Harass собирается делать. Solar залетает.
Ну что, открылись все гейты у Крейда, ребят. 7 роучей. Опа. Это где у нас? Дропчик клингов сейчас будет от Солара. 7 роучей он делает. Причем третья хатка не особо раскачана. Здесь дарки приходят, кстати, на вторую базу. 4 штучки. Роучи гуляют здесь, трали-вали, как лунтики. Дарками пытается почикать всех этих роучей у нас, Крейдер. Ну, что боится-то? Королева, мне кажется, смог подрезать. Ну, Солар грамотно сзади бежал, в общем-то. Ну, все окей, поэтому. Прям на майне архонов собирается морфить. Блин, ну тут нагловато, дружок. Немножечко подобнаглел здесь Крейтер. Улетает двумя дарками архоны. Тебя в 4 утра точно не будет. Ну, когда ты будешь один смотреть StarCraft и, я не знаю, ЗП мне платить, тогда мы будем эти вопросы решать. Я достримлю StarCraft пока что для всех. Поэтому кто-то в 4 утра стопудово будет. Просто я не знаю, как мне сделать, чтобы завтра еще бы днем бы проснуться постримить. Ведь завтра, я так понимаю, уже начнется Лайфенга. Первая группа получается. То есть, как бы, нужно ли вообще такую рань там что-то стримить завтра. Ну, крутые там игры, конечно, корейцы, демочки крутые. В принципе, если запись не выставлять на ночь, чтобы здесь прям лечь спать потом. Хотя с 4 до 9 примерно будет все происходить, как бы. То есть нет, скорее всего, я не буду ничего стримить завтра. В 4 утра, все-таки рановато это. Так. Миша говорит, что уже исправили эту хрень, то, что нету старта, стопа там и так и т.д. Ну что, 165-175 у Крейтера, такой массивный прям пуш идет вперед. 4 Иммортала, 2 Архона, а Сталкера есть 3 Сентри, у которых есть гвардия на несколько филдов. А здесь Солару особо и нечем отбиваться. Ну, сейчас Беллинги заморфлены. Ну, они прямо в замесе заморфлены. В это время контр-рифлингами здесь можно пробежать через пристройку. А... Так. Чуть не пробегает при этом все. Солар, так, все, брудов пока нету. Беллинги в адепта врезаются. Очень похоже, что здесь Крейтер может сравнять счет против Солара. Но какой сплит у него мертвый? Часть сталкеров стоит, вообще ничего не делает. Лучше бы замес бы, в замесе бы они были, и то бы лучше было, мне кажется, тупо через оклик. Здесь очень жесткий контр-рыв лингов в итоге очень сильно решает. Варпится Дарк, но медленный пилон, ё-моё, очень медленный варп идет.
Nexus падает. Если Solar даже сейчас отобьется, у него все нормально будет. У него 5 брудов заморфлено, между прочим. То есть, здесь, смотрите, какой дэмэдж нанес гигантский креатор по итогу. Ой, Solar креатор. Он просто обрубил треть добычи, получается, оппоненту своему. Так, пошел замес. Слишком много сталкеров. Если брудов прикрыть нечем будет, будет печаль. Нужно аккуратнее быть Solar. Куда он так бегает-то? Неаккуратно. Так, бруды. Первые 4 бруда вперед летят. Еще 5 будет скоро. Переблинк пошел. Дарк режет. Не обнаружить его ничем. Нет ни спорки здесь ни хрена вообще. Надо отступать Солуру. Слишком много сталкеров. Дарки заходят вперед. Дарки только сейчас падают. Под блинк, под брудов. 1-1, ребятки. Так, Солара, давайте, спасибо ему. Так, ребят, вчера выставил битрейт 5000, не 4000. Вроде бы менее мутно стало на высоком качестве картинка. Отпишите, как вам ощущения. Но все равно смотрю, как-то муть присутствует. Вот. Битрейт не помогает. Надо пресет, чтобы менять. Я не знаю даже, что делать. Или 30 FPS обратно ставить. Попробую пресет поменять, но просто может не втянуть. Как же дарки там в замесе резали жестко из-за того, что Солара не было обнаружения. Пошел замес. Пришел братон, братон мой. Ну что ты? Дрыхнет, не будем мешать. Погнали. На 1-1. Ну и скрейтер выиграет, то ПВП здесь там будет за квоту. Если же выиграет Solar, то Solar будет биться. Найс, кстати, ждет Кина Бьяла. Там интересно, еще Найс очень далеко прошел, тайваньский игрок. Привет, 29.14. Заварил бича, сел за комп. Тут еще стрим мой, что за счастье надо. Майонезиков бич-пакет не забудь.
добавить. Я помню, раньше мы как делали? Правда, не всякие навороченные, а по 2,50, которые стоили с пацанами, просто брали. Берешь 3 бич-пакета, их крошишь. Все специи, 3 пакетика, не надо туда класть, а то солено будет. Вот. Берешь одну туда, некоторые 2. Я 1,5 примерно, ну, чтобы как бы среднее было. Все это завариваешь, чтобы воды, главное, дико много там не было. Ну и дико сухо. И с майонезиком это все прям вообще ништяк было. Но это было давно. Я вообще не знаю, есть сейчас такие бич-пакеты, как бы обычные самые. Вот. Ну, когда в клубы мы особенно в компьютерные ходили, лет так 8-10 назад, заходило очень даже ничего. Да, братон. Что ты там? Ну что ты? Так и хочется себе чалик, а? Помять маленько. Ах ты какой! Успеем еще с тобой выйти, понял? Ну что, ребят, 2 гейта глефа у креатора. Готов ли Solar глефом резонирующим? Ну, это стандартный старый билд. Как бы получать. Так, потерь ни у кого нету. Адепта есть вообще? А, 2 даже адепта есть. А где второй? А, он вот он гулял там. Это он дэмэдж и нанес рабочему, но не погиб сам. Так, пилон у креатора. Это вообще глефа пуш олыновый, судя по всему. Если сейчас будет гейт запилен. Да, гейт, но здесь еще больше надо гейтов-то оставить. Либо здесь масить гейты, я не знаю. Здесь масить опасно, выбьют и все. Фейковый выход на третий Нексус идет. Ну, может, это такой более сильный подпуш именно с 4 гейтов получается. При этом с заказом Нексуса. Так, давар по адептиков идет. Они пошли вперед. Потому что Нексус отсутствует, Солар пока не видит этого. Здесь сейчас скоро гейт доделается. Так, прибегает Линк, пробочку увидеть, что ты творишь-то? Пилон хоть заказал бы, блин. Ну так, пробкой повел, типа сюда. Якобы я сейчас Нексус собираюсь сделать. На самом деле ничего не собирался делать, потому что креатор. Так, Беллинги-линги у Солара. Адепты зашли и ушли сейчас. Типа отступает креатор, но он никуда не отступает на самом деле. Можно желудок идти лечить. Тебе голову надо лечить немного тоже, походу. Кроме майонеза там особо ничего и нету, как бы, дико вредного. Хотя... И полезного там мало. Сосисочку накрошить туда. Ну, это ты уже обнаглел, я смотрю. Зажрался, буржуй. Какие сосисечки. Когда есть бич-пакет и майонез. Ну что, 46-33 по лимиту. Адепты по всем направлениям, где стрясут. Если бы контролил этих двух, например, рабов, фокусил креатор, было бы круто. Но он не контролит. На третьей рабы тоже пока живы вроде как. Здесь вроде как отбивается. Здесь дроны стоят, ни хрена не делают. Что, креатор запушил все-таки в итоге? Я чуть понятия не имею, запушил тут креатор, не запушил. Роучи... Так, 2 роучи, 2 короли. Да, похоже, что печально все. Здесь 15 адептов, ребят. ГГ пишет, Солар, ё-моё. Зест против креатора у нас ПВПнчик будет здесь в матче. А я чё хочу-то? Найскин. Так, Innovation Рианга уже катал. Линок Хаш, интересно, играет у нас. Кин Бьял, Кин Бьял, точнее. Видите, у меня был где-то Кин... А, нет, не здесь, или...
Так, смотрю лузеров. King BL так и непонятно. Не ожидал Solar такого урыва. Так. Так, Кин с Бьялом как-то резко стартанули, но они еще не доиграли, я так понимаю. Может, туда еще тоже успеем. Так, конечно, там спецы такие полезные, без химии и консервации, 100% из натуральных продуктов. Вот, ты мне еще про русичи и про язычество задвинь тут, как бы, и про светловолосых русских, там, ё-моё, какую-нибудь хню такую, вот. А потом с фанатами футбольными на голове друг у друга попрыгай, и все будет нормально тогда. Натуральных продуктов. Надо для начала выяснить, что сейчас натуральное. Привет всем на Твиче, везде, ребят, привет, короче, ждем продолжения, вот,
Это отборочный Лайфен Капа в данный момент мы смотрим. Ну что, пошел инвайт вот ПВП. Так, секунду, ребят, что-то чай очень сильно просится, не могу уж сидеть. Так, ну все, я здесь, ребят, погнали далее. Ну что, ребят, Creator Zest PvP за выход, в общем-то, на основной турнир. PvP сегодня много, но тут ничего не поделать, видишь? Вот. Видите? Ребятки, вот такие вот дела. Казалось, что Solar должен одолеть Creator, но не тут-то было. Creator просто Solar расковырял. Двумя пушами интересными. Ну и продолжается движуха. Thank you.
Если выйдет ВК-4, станет ли он популярным? Стал бы его комментировать? Я без понятия, станет ли он популярным. Я без понятия, буду ли его комментировать. Я без понятия, выйдет ли он вообще. Вот, если бы он вышел в ближайшие пару-тройку лет, то да, наверное, я бы его покомментировал бы. Ну, что-то пока не видно, чтоб что-то планировали там Близзарды, хотя хз, что там делается. Глупый вопрос. Так, ну что? Пытается пушить здесь креатору Nexus, который он тут заказал. Вручную поля поставлены врубать у Immortal. Ну, слишком много сталкеров, а здесь доварк небольшой, поэтому, собственно, креаторы не собираются ничего здесь предпринимать в ответку. Грейтера контрпилон, здесь можно гейт запилить на самом деле. Короче, вопрос про Warcraft 4, это все равно, что, ну, вопрос, я не знаю. Если Чак Норрис всекет тебе свертухи, достигнешь ли ты сверхзвуковой скорости? Вот, ой, точнее, световой скорости. Сможешь ли ты покорить отдаленные миры и будешь ли ты комментировать это для нас в итоге? ХЗ, ну, непонятно как бы в этом плане. Также и здесь. Короче, креатор пытается Зеста пушануть. У Зеста есть Immortal, у креатора тоже. У креатора чуть больше лимит, но 10-то оверчажа. 10-то Мазеркоркер уже сюда летит. А вот если без оверчажа креатор мог бы разобрать, то с оверчажами похоже, что навряд ли это получится сделать, так как здесь слишком много энергии. Один ноль зест, короче, вы видите, ребята, креаторы не выходят запушить. Здесь уже два Immortal в миксе. Здесь еще и дэмэджи на Immortal. Кстати, креатор вручную, если поля врубал и были они, то он в итоге не использовал ЭТГ.
Так, 1-0 здесь, вторая игра. Ребята, поехали. Ну что, здесь-то опять красный креатор, синий. Но он наиграл как-то. Я бы не сказал... А, погодите, креатор красный вроде в предыдущей игре был. Хотя не буду утверждать, может быть, и он был и синий, а может, он вообще в принципе синий. Привет всем на Твиче, везде привет, пацаны. Помните, прошу поддерживать, надо меня мой канал, естественно. Подключайтесь на премиум и на GoodGame, естественно, качество крутое. Адблокер отключайте. Ну и по реквизитам писать, либо через плеер поддерживайте. Вот. У нас, в общем-то, отборочный Life and Cup, стрим из игры идет. И это замечательно. Так, обнаруживает дест креатора пробку, которая куда-то хочет проехать. Куда она хочет проехать, непонятно, но дест ее выпиливает очень-очень быстро. Есть Старгейт у креатора, Некс он тоже ставит. Практически одновременно с дестом, кстати говоря. Так, ну тут крейдер пришел, пытается подшатать здесь ту рабов, получает филд. Ну один адепт, черт побери, дальше там прошел и трех подставился. Оверчаш, 4 пробки минус. В это время оракул от крейдера прилетает. Это уже серьезная проблема для Зеста. 7 пробок минус, 33-24 по рабам. А здесь еще и второй оракул вперед двигается. Причем у первого тоже энергия осталась самая интересная. Можно с двух направлений сейчас ворваться. Но у Зеста оба направления под защитой. Здесь 2 сентри, 4 сталкера. ДПС достаточный, чтобы оракула очень быстро отогнать. На мейне оверчажа есть. Так, здесь оракул он подхарасил, улетает. На мейне не пытался на время ворваться. Да здесь не ворваться. Как-то печально все. Вот здесь ставим скажу. Хотя вот какое здание здесь ставится, которого креатор тупо не видит сейчас. А у Зеста что? У Зеста еще и призма сейчас будет. Где она вообще, призма? Она полетела вперед. Оверчаш на мэйне. Так и не видит Даркшайн креатор. Но увидел Твайлайт зато. У креатора робо делается. Если Зест прилетит до готовности обсервера, может печально быть.
Тут креатор, смотрите-ка, обнаруживает, что самая интересная призма. У него блинк будет через несколько секунд готов. Ну все. Минус призма. Неприятности у Зеста. Здесь все дарки будут отбиты. Но я думаю, креатор доведет эту игру до победы, потому что здесь слишком гигантское преимущество, признаться честно. Привет всем, пацаны, кто недавно подошел. Третий. Нет, секрет, потому что он не хочет агрессивно как-то реализовывать это преимущество. Я думаю, что он прав. У него фаржа, у него как бы глефы делают сейчас. То есть ему нужно... А как агрессивно? Агрессивно не пробить просто две в две базы, получается, когда креатор сам третью ставит. Вот когда Зест будет выходить на третью базу, там можно было бы. Так, можно оракулами двумя с одного направления. Можно, когда рабочих, вот как примерно сейчас. В тот момент было где-то 7 рабочих, они вот в пределах такого пространства добывали. То есть, если прилетел бы сюда оракулом бы креатор, попытался подрезать, его подогнали, и с этой стороны, максимум одну пробку бы подрезал и улетел бы. То есть, там навряд ли бы получилось что-либо сделать. Вот так вот. Ну что, 109.85 креатора намного больше, чем Зеста сейчас уже. Стазисной ловушкой креатор еще Нексус Зесту под... Вот, все правильно. Когда выходит Зест на третий Нексус, надо его брать тепленьким. А, у креатора что есть? 5 гитов. Почему так всего 5 гитов у креатора? Это маловато. Ну, у креатора есть плюс один, и у него колоссальное преимущество по сталкерам. Странно, что он глефов, с глефами адепт хоть чуть-чуть не наваркает сейчас. Агрессивный блин вперед. Кстати, дестабилизатор-то попал, и попал не слабо, но слишком много креатора. Слишком много креатора. Правда, там намаливает иммортал на халяву, на ХГ у Зеста. Вот, и так, здесь надо ворваться. Мазеркор минус, оверчаж выставлен, но на второй базе ни оверчажев ничего нету. Крейдером за обсерверами гоняется, как лунтик. Добить-то его, ё-моё, уже отступает. Во, дает. Ну, побоялся дестабилизаторов. Побоялся дестабилизаторов креатор, это факт сейчас. С одной стороны, это верно, с другой видно же было, что маловато Зеста. То есть, если боялся сюда зайти, здесь один уверчаж, ну никак бы всю эту армаду не остановил бы. Для данной стадии это армада по-любому. Агрессивный блинк на ХГ от крейтера. Зест хотя бы парочку сталкеров подрезает. Здесь гвардианом с шелдом даже сентря выживает при этом всем. Так, креатор агрессивными блинками убивает дестабилизаторов, убивает сюда. Варп сталкеров идет там сбоку. Грейды плюс один на плюс один на самом деле. Так, здесь переблинками пытается что-то сделать. Креатор уходит на лоу-граунд. 37-21 здесь держится на чудо-сах, конечно, тут убивается, но креатор все равно в преимуществе. Причем в серьезном. Почему креатор плюс 2 не делает при этом всем, я не знаю. У него есть возможность все это за... И выходит дестабилизатор. Если сейчас креатор отступит, это шанс Зесту просто вытащить эту игру чудом. Отступать здесь ни в коем случае нельзя было бы креатору. Было креатору, но он отступил уже. У него как было 5 гитов, так и осталось. Он по гейтам проседает жестко очень, на самом деле. Уходит креатор сейчас. Зест, боясь до варпа, не стал лезть вперед. Плюс 2 одновременно, все одновременно. Разве что у Зеста рабов намного меньше, чем у креатора. Но почему он их не подстраивает, я даже без понятия. Тут на мэне пару минералок еще можно потаскать, но что-то не спешит Зест это делать. Так, кстати, насчет отборочных-то на ЕМ
Ошибка это, ошибка, ребятки. Вот, нормально они начнутся. Эти отборочные, отлично. Так, рейдер там камни пробил, но он не будет здесь-то урываться. Он так, камнедроблением занимается в центре просто. Уходит крейтер, сталкера одного отдал, но тут большой довар пойдет. 35-106, но это уже не выглядит как 20 разница по боевому. Это не выглядит просто гигантским преимуществом крейтера, уже как предыдущие врывы. У Зеста 2 дестабилизатора, у крейтера тоже 2. Нужно просто на ХГ блинкануть сейчас, по-моему, крейтеру, и все. Так, первый зал пошел. Крейтера тоже зал пошел. Нужно зайти, позицию занять. Крейтер не заходит, позицию не занимает. То есть, когда дестабилизаторов все 2 штуки, нужно выманить залпы. Один можно выманить отступлением назад, а второй агрессивно выбить, например, как вариант. Ну, креатор что-то тянет, блин, давай им закдешиться. Вот это вот... Опасно сейчас креатор действует, конечно. Четыре на три в одних дестабилизаторах. С кем они играли там? Ну, одних дестабилизаторов это прикольно на самом деле. Ими тяжело контролить можно. А вот играя так, вот делая такие условия для себя, например, можно научиться их контролить грамотнее. Развел Зест Крейтера на дестабилизатора сейчас. У Зеста 4, как бы, и Зест держится, что самое интересное. У Крейтера Dark Shrine там потрогает. Вот сейчас агрессивно блинкануться можно было, например. Хорошо выпилил. Зест на КДшечке блинк у него был. Вот он сейчас и поотдался. Не слабо, но... Тут у Зеста столько дестабилизаторов, что он тоже такой залп может сделать. Пошел залп от Зеста. Блин, и не провел дальше патрон. Не выбил. Мог 2 вообще за залп выбить. Креатор отступить. 133-187. Креатор и Dark Shrine. Где эти дарки? Где они? Что они должны делать? Вообще не понимаю. А, у Зеста 0 обсервера, кстати, же самое интересное. Обратите внимание. Сейчас можно даже просто сюда дарков 3 штучки 3 варпануть и пойти убить. Зесту нечем будет отбить. Это будет ГГ. Есть у Зеста опс? Вообще есть. Где он? Он у... А, на 3 висит. Ру не будет. Это ГГ. Я думал, он где-то может у Креатора там дома висит. Я не знаю. Ну, у крейтера 4-й никс уже есть. Он как бы экономикой закрепил здесь, получается, преимущество свое не слабо. Четкий контроль, вроде как на блинке отступает все время. Если загулял где-то там вообще. Где он там гулял, здесь не понимаю. Отступает крейтер. Что-то опять до варп еще. Сталкеров идет. Да куда стал? Здесь не сталкеров, надо варпить. Здесь надо варпить то, что сможет ворваться, блин. Постоянный замес идет. Плюс 3 на плюс 3 сейчас ГД. Хз, крейтеру надо куда-то ворваться. Куда ему там ворваться, это ж хз. Не слабо здесь тут обкарнал крейтеру армии часть. Как тут, если бы не такое гигантское отставание Зеста экономическое, у креатора были бы, у Зеста были бы шансы еще хорошие очень. Смотрите, он креатора постепенно-то разводит. Постепенно. Посмотрите, лимит уже почти равный. Но у Зеста нет 4-го никса, креатор уже 5-й строит. Понимает, он тут, ну, то есть размен более-менее ровно идет. Так. Фишн дает. Если Чак Норрис рубанет тебя с вертухи, ты достигнешь ли сверхзвуковой скорости? Чак Норрис рубит так, что только сверхсветовой ты можешь достигнуть. Вот.
сверхзвуковой ты достигнешь, если стерео голову будет отрывать, как бы. Например, апперкотом, как Ермак в Фаталити делает в Mortal Kombat, как бы. Вот. То есть тут только такой расклад, по-другому просто не бывает. Так, за блин, сталкером агрессивный такой идет. Зест его еле-еле, ну срубил. Сталкеры, Зест-то ушли, Зест пытается четвертый ник, сути, 150 на 180 по лимиту, залп дестабилизаторов пошел. Так, Крейтера выбивает Зест, дестабилизатор еще один пытается, Крейтер развести, Зест на муви сливает дестабилизков сейчас на ровном месте, блин. Гробки переводятся, не все смогут, конечно же, пройти. Креатор заходит на четвертый Нексус, пытается Зеста отогнать, на третий, простите, Нексус. Зест пытается отогнать, два тут залпа от Зеста идет. Хорошие залпы были. Тут смотрите, Креатор чуть ли не сливается. Зесту сейчас еще дестабилизаторов, залп идет. До варпа от Зеста сталкеров. Но здесь слишком много что-то дестабилизаторов у Креатора. 137, 137, 44, 66 по рабам. Здесь у Зеста все выживает. Здесь тоже часть юнитов живая. Очень хладнокровно здесь действует. Надо отметить, но не надо так дестабилизончиков подставлять. То! Минус 4. Это ключевой юнит для Зеста вообще. Для того, чтобы попытаться втащить, он берет, отдает. Ну, ё-моё. Ну, по грейдам вровень идут вообще. По боевому лимиту Зеста больше на данный момент. Зест пытается в тыл креатору сейчас зайти, как вы видите. Так, здесь на стазисе Зест отдает... Так, неплохо здесь ворвался. Здесь стазисные ловушки есть, правда. Значительная часть армии Зеста блочится в итоге. Здесь еще один дестабилизон есть. Но Зест сваливает, правильно все делает. Не надо ему тут биться. Можно Нексус попытаться отжать, пойти. Куда ты, Зестушка, идешь? Опять дестабилизатор на ровном месте сливать. Ну нахрен ты это делаешь, ты Зест? Понимаю, сейчас разблочится, здесь все распризится. Не слабый залп от креатора. 101-120, но Зеста-то больше боевого лимита, ребят. Зест просто шатает креатора здесь. Охренеть, если Зест выиграет эту игру, да ему просто, я не знаю, он PvP-мастер просто будет. Обсервер сбрил, сталкеров всех врывает, 105 на 86, 18-66 по боевому лимиту, несмотря на то, что у креатора настолько сильнее экономика, он просто не успеет восстановить реально это все дело. Идет здесь вперед, он не знает, что ли у креатора там четвертый Нексус, если не понимаю. Иди ты вышатывай четвертый. Идет вышатывать, а там еще ведь пятый есть, что самое интересное. Падает фотонка, Нексус надо забирать, агрессивный, блин, вперед под пробок. Пробки падают в гигантских количествах. У Зеста фотоночки даже здесь нету. А пятый-то он так и не видит, Зестушка. Это ошибка твоя, Зест. Можно и слить таким образом игру ведь. Так, здесь пробочка катается. Креатор пытается Зесту сталкером парочку перехватить. Зест пытается уходить. Надо прикрыть своими сталкерами сзади-то, которые 109-93, 66-55 по боевому. Грейды абсолютно равные, а Зест ведь еще и плюс 2 заказал, что самое интересное здесь. Как здесь на муви-то так идет, не понимаю, сливается здесь. Зал пошел от Зеста. Три зелка он подрезал креатору. Здесь еще один зал не попадает никуда. Здесь вынужден отблинкнуться. Давар сталкеров идет. Ну что, пятый Нексус у Зеста есть, и даже несколько пробочек там появляется. Ну, лимиты почти равные. Ну, у Зеста теперь уже, посмотрите, Зеста 3-2, а здесь 3-1 только. В
Почему креатор не построил темпестов? Меня больше интересует вопрос, почему креатор стоял здесь, кому ворваться 500 раз, имея гигантское преимущество по лимиту. Это называется непонимание игровой ситуации просто в какой-то момент. Так. Здесь два дестабилизатора минус на муви креатор. Зашел минус нулы к Зесту. Так, Зест заходит адептами в тыл креатора базе новенькой, вот той вот последней базе. 127-114 по лимиту. Зест идет вперед. Креатор просто не делает залп вовремя дестабилизаторами. Вот потом он сделал, но в итоге минуснулся. Давар под креатора идет. Зест принимает бой. Сзади дестабилизатора. Зеста креатора просто минусуют. Сейчас плам вообще сталкеров. 91-60. Креатор сливает эту игру. Креатор берет и сливает такую игру. Какой же Зест царь вообще? Так, ну что, сеточку надо глянуть. Так, на эскин у нас тут осталось. Так. Все, все здесь. Кин против Найса мы сейчас еще увидим, ребят.
Ну что, ребят, на iSkin поехали. Это первая игра, я так понимаю. Сейчас я через секунду вернусь. Так, не понял откуда. Вроде ничего не жал. Так, я извиняюсь, что-то реклама у меня поперла. Сейчас вот потише сделаю браузер хотя бы. Так, ну что тут, смотрите-ка. Nice Prox Sister гейты ставят. Это вообще сверхчизер, сверхагрессивный игрок. Но он умудряется пробривать корейцев всякими своими темами элегантными. Постоянно, причем последнее время. Здесь Мазеркор летит вперед, и я уверен, что он успеет как бы прилететь и спасти этот Старгейт. Ну и нахрен пробку было подставлять. Видно, что Мазеркор успевал. Можно было просто оверчажем успеть выбить бы этого Рипера. Так, циклон строится. Ну, циклон сейчас не контрит вообще отнюдь этих оракулов. Здесь нечем пробить проход. Оракул залетит, здесь туретка уже. Гоняет Мазеркор циклончиком. Кин. Оракул прилетел, и что? И ничего, туретка здесь. Второй оракул строится. Второй циклон здесь заказан. Здесь у нас Нексус запилен, но прилетает Рипер, и в контр-врыве он уже трех пробок уничтожил. Сейчас будет 4. 5, да, это пробок. Минус просто. Ну, такой Рипер это, который решает игру просто. Рипер решала, короче говоря. Минус Мазеркор, все-таки тайм варба хоть выкинул, я не знаю. Ради приличия. Оракулов пока потерянных не было. Я не знаю, шанс может быть оракулами с одним адептом ворваться, оракулами пытаться здесь все сжечь тремя штучками. Но здесь 8 мариков и 2 циклона, мне это маловероятно представляется. Хотя циклоны больше не такие жесткие, как раньше были. Видите, у мариков какой ДПС. Ошибка здесь циклонов убивать ДПСера, здесь в первую очередь марики. Здесь именно мариков надо было выпиливать. Короче, это провал для Найса, я думаю, что ему будет крайне сложно вытащить эту игру. Вот, ну пытаться можно. Может быть сейчас построить 5 штучек оракулов, затанковать зелененьким и туретку выжить быстро там, например, и попытаться сжечь мейн там, я хз, в то время как адепт ворвется, ну, с другого направления. Бах! Минус оракула, гг. Ха-ха-ха, вот это врыв вообще был! Ай-яй-яй-яй. Вот это Найс дает. Просто дичь какая-то.
Так, пошел инвайт, заходим. Ну что, 1-0 кин. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Войска улучшены. Так, все, ребят, я здесь в игре. На секунду отвлекся. Короче, ребят, это последний матч у нас на сегодня. В данном турнире, я имею в виду. Если победит, в общем-то, Ким, то все, здесь дальше играться там ничего уже не будет. Я так понимаю, же квоты все получат, призов здесь нету. И дальше мы будем, видимо, играть 3 на 3 или что-то еще делать, либо 1 на 1. Вот, либо 3 на 3, либо еще что-то будем отыгрывать. Ну а вечером, может быть, постримлю топ-докс или что-то еще. Ну а после вот этой игры надо будет чуточек мне перекусить все-таки, а то как-то, ну, кушать хочется уже. Ну, решил Найс более стандартно отыграть, без жестких супер-чизов каких-то сейчас. Так, адепт здесь пытается уходить, уходит адепт, демеджина получал. Видит бункер у нас Найс, но он понимает, что это за билд, что ты билд через темпак, дальше здесь адепт ничего сделать не сможет просто. Опять рипер залетел, что ты будешь делать? Достал этот рипер уже. Сколько он проб? Три проб еще ли уже убил? Да, три проб. Опять рипер, который просто унижает. Что за хренотень вообще, не понимаю. Чё, давайте сейчас граната эту бы добил. Нет, это не добил. Просто прилетает рипер, четыре пробки убивает. Что за бред вообще? Так, здесь глефы запилены. Надо, значит, делать призму и пушить получается. Призма-то есть. Борода здесь есть, а не призма.
Гиты сначала добавляет Найс. Ну, гиты, понятное дело, нужны, но как без призмы кушать, я понятия не имею. Причем 7-8 гитов у него будет. Куда так много-то тебе? Куда ты топишь-то так? Можно та и две пробки с газа снять, сюда перевести. Ведь, так, все, призма заказана. Ведь не надо газа тут. 4 адепта, сотка газа. Уже на 12 есть адептов, то есть газ будет и четырьмя пробками добываться. Так, а Паша там стримит сегодня вообще или нет еще? А, брат, Паша уже стримит, ё-моё. Ну что, Дима говорит, что через минут 20 можно, то есть Паша уже стримит ладер. В принципе, если Паша не против, а Паша обычно всегда закипиш такой, вот, то можно будет, собственно, стартовать. У нас 3 на 3 получается. Нужно ли варпиться на лоу-граунд сейчас? Единственное, найс, вот я смотрю, как бы, и не понимаю. Здесь, кстати, депоха открыта, что самое интересное. Но там бункеры, три минки. Они расковыряют все просто. Да, бред какой-то она сделает. Сегодня капа хватает. Но я сегодня не вижу много капов. Я вижу топ-докс и корсар кап. Сбивается призма. 2-0 кин, короче, здесь. Как-то найс. Как-то он корейцев убивает, но в итоге сливается. ГГ пишет, найс, это печаль. Делаю стоп-старт, возвращаюсь к вам без задержки.